Добрый день. Сейчас мы сделаем пакет-трейсер 6.2.4. Так, что тут у нас? Тут у нас Configure Ether Channel. Давайте начнем. Первым делом нам нужно всем устройствам назначить их название. Так, секунду. Нужно закрепить сверху. Сейчас я их все пооткрываю. Ладно, давайте по одному. Enable Configure Terminal. Host Name. S, давай это у нас, вот. Так, теперь S1. Спряталось. Вот так. Командная строка. Enable. Configure terminal. Host name S1. И теперь еще S3 нужно настроить. S3. У меня S1 убежал. Давайте его тоже закреплю где-нибудь. Места не хватает. Ладно, допустим, вот так вот они у нас будут сложены. А тут тот, с которым мы работаем. Тоже нужно сверху закрыть. Все готово. Так. Командная строка. Вводись. Enable configure terminal. И опять-таки host name S3. Готово. 3% мы получили. Это уже неплохо. Давайте настраивать дальше. Так. Дальше нам нужно... Это мы сделали вот это вот. Assign. А вы можете вводить шоу и так далее, транки проверять. Так, давайте я не так буду делать, а просто буду настраивать. Оно примерно по порядку должно быть. Вот здесь есть примеры, если что, можете все сверять. Так, давайте делать. Hostname S3. Так, давайте с S1 начнем. Так, смотрим S1 у нас. Что нам тут нужно? Мы вводим interface range. То есть настраиваем сразу несколько интерфейсов. Interface range G01-2. То есть первый G01 и G02. Так, switchport mod trunk. Так, готово. Мы его сделали транковым. Теперь мы делаем interface range. Только здесь F0/21-22. И switchport mod trunk. Готово. Так, все, это мы настроили. Что дальше? Теперь делаем то же самое на S2. S2. Видимо, у нас здесь появляется сообщение за то, что мы S1 настроили. Так, S2. Interface range. G01-2. Switchport mod trunk. И interface int range. А можно сверху поднять. Так, F021-22. Да ведь? Нет, 24. Нет, стоп, это на S3. А, тут тоже. Нет, здесь 23-24, вот. 23-24. Готово. Так, 23-24 настраиваем. Опять-таки, switchport mod trunk. Готово. И теперь также настраиваем S3. Так, interface range. Interface range F0/21-24, потому что здесь нету G0102, поэтому здесь просто 4 Fast Ethernet. И switchport mod trunk. Готово. Это у нас была первая часть. Вот. Это configure all ports that are required for S channel as a static trunk port. Это мы сделали. Так, теперь вторая часть. S1. Можно сделать show do только. Do show interface faces trunk. И мы видим здесь все транковые интерфейсы. Так, дальше. Дальше нам нужно настраивать S1. Дальше настраивать. Так. Interface
Arrange. Опять-таки, это все здесь описано и написано, что делать. Вот, это мы сейчас делаем вот это вот. Так, interface range. F0/21-22. Мы их shutdown делаем. Оп, они отключились. Теперь мы делаем channel group. О, боже. Капслок сейчас включился. Так, channel-group 1. Mod desirable. Mod desirable. Все. Интерфейс port channel 1 мы создали. И делаем no shutdown. Готово. Так. Дальше. Теперь то же самое делаем на S3. Enable. Ой, стоп, enable. Стоп. Секунду. Так. То же самое на S3. Interface range. То есть мы сейчас настроили вот эти вот два, сейчас вот эти вот два нужно настроить. Interface range F0/21-22. Выключаем их, shutdown. И опять-таки прописываем. Давайте я скопирую команду, чтобы проще было. Вот channel group 1 mod desirable. Copy и S3. Paste эту команду. Она здесь никак не меняется. И включаем интерфейс. No shutdown. Готово. Все. Мы настроили вот эти вот порты. Дальше. Что нам нужно делать дальше? Все вроде работает. Так, теперь на S1 нам нужно сами эти порт-ченнелы прописать вообще, потому что они еще не прописаны. Давайте выйдем. Так, интерфейс порт-ченнел. То есть мы интерфейс объединили в один порт-ченнел. Теперь мы заходим в его настройку. Порт-ченнел 1. Switch port mod trunk. Готово. И то же самое на S3. Interface port channel 1. Неправильно написал. Port, да, перепутал буквочки. Port channel 1. И интерфейс mod trunk интерфейс. Так, что-то не так. А, какой интерфейс? Switchport mod trunk. Switchport mod trunk. Вроде настроился. Давайте на всякий. Switchport mod trunk. Все, готово. Так. Теперь мы можем это проверить, написав здесь do show ether channel summary. Ну ладно, вы это сами можете посмотреть. Show ether channel summary, все эти команды тут есть. Где это она? Вот, show ether channel summary. Verification step 2 и так далее. Так, мы переходим к третьей части. Третья часть. S1 заходим. S1. Interface range. Interface range G01-2. Выключаем их shutdown. Видим, на S2 тоже они отключились, потому что мы тут выключили. Итак. Channel. О боже, капслог. Channel group. Mod active. Вот так вот. Так, channel group 2 только. Объединяем каналы в группу. Mod active.
Channel Group 2, Mod Active. No Shutdown. Interface Port Channel 2. Так, Interface Port Channel 2. Заходим. Ладно, выйду. Interface Port Channel 2. Все, нашли настройку Port Channel 2. И здесь Switchport Mod Trunk. Готово. Я вам рекомендую заранее заготовить эти все команды, тогда можно будет просто копировать их. Отсюда тоже, но тогда вот это вот будет мешать. То есть вы можете их просто скопировать на листочек, ну, не на листочек, на блокнот, удалить вот эти вот начала и потом просто их Ctrl-C, Ctrl-V делать. Так будет быстрее и проще будет заготовить. А по сути, поймете вы то же самое, наверное. Ну, хотя, конечно, рекомендуется прописывать. Так. Теперь абсолютно то же самое делаем на S2. Interface range G01-2. Выключаем их shutdown. Interface port channel 2. Просто port channel 2. А, стоп, Channel Group 2. Какой интерфейс под Channel? Channel Group 2 Mod Active. Готово. Теперь мы заходим в настройки. Давайте я выйду. Интерфейс. Port Channel 2. Заходим в настройки этого канала. И... Switchport Mod Trunk. Все. Ну и можно Show Ether Channel Summary еще прописать. Пропишите, посмотрите, как она настроилась. Так, и нам осталась только четвертая часть, Part 4. Донастраиваем. Между S2 и S3 теперь. S1 можно в сторонку убрать. S2. Смотрим. Interface Range. F0-23-24. Выключаем. Channel Group 3. О, как вы можете заметить, они все, ну, примерно одинаковые, поэтому я рекомендую все это скопировать, просто один пару раз написать, и потом просто копировать и менять несколько циферок, чтобы каждый раз это вручную все не прописывать, по сути одно и то же. Channel Group 3, mod passive. Так, channel group 3 создали. Теперь заходим, сначала включаем интерфейс, no shutdown. Теперь заходим в настройку этого интерфейса. Кстати, у нас вот тут не включились, мы походу no shutdown не прописали. Так. Не, я прописал no shutdown, ладно. Так. Возможно, что-то неправильно настроилось. Потом проверим. Что мы дальше делаем? Включили интерфейс No Shutdown. Теперь заходим в настройку. Интерфейс. Порт. Channel 2. Ладно. Интерфейс. Порт. Channel. Ой, стоп, 3. Тут же нет второго. Так, интерфейс. Порт. Channel 2. Switchport. Mod. Trunk. Готово. И то же самое на S3. Все это вы уже знаете. Interface range F023/24. Выключаем shutdown. Channel group 3 mod active. Mod Active. No Shutdown. Включаем. Теперь заходим в настройку интерфейса. Выходим. Интерфейс. Порт Channel 3. Switchport. Mod Trunk.
Так, готово. Мы все настроили. Осталось, вы можете проверить шоу Ether Channel Summary. Но у нас тут еще внизу. Еще нужно настроить Spanning Tree VLAN 1 Root Primary. Это на S1. То есть Primary руты. Так. Ладно, exit. Spanning Tree VLAN 1 Root Primary. Так. И еще Spanning Tree VLAN 1 Priority. Priority. Так. 24576. Готово. Все, как видите, у нас 100%. Мы все выполнили. Опять-таки, вы можете вводить команду, например, show is a channel summary и проверять постепенно всю настройку. На этом все. Пока.